Первые выигрывают 6-1. Получается 6 фунтов, верно? Да. Верно. Теперь 6 фунтов, да плюс ваша исходная ставка. И эти 7 фунтов идут на лошадь Б. Поскольку? 100 к 6. И она выигрывает. Здорово. И выходит? 116 фунтов с гаком. И теперь они да плюс 7 фунтов, то есть 123 фунта идут на лошадь Б. Обычный аутсайдер 33-1. Он выигрывает. Получается 4059 фунтов. И теперь лошадь Г 2-1. Это уже 2 бриллиантовых ожерелья, да еще Роллс-Бентли. Уловили? Так значит, я выиграл 12 тысяч фунтов? Да, в мечтах. Меня бы устроили и 2 первых выигрыша, ведь это больше 100 фунтов, верно? Вы потеряли бы на третьем. Ясно, я должен выиграть все 4. Именно. Аккумуляторы редко срабатывают, но когда срабатывают... Когда срабатывают... По-моему, немного рискованно. Добрый вечер. Добрый вечер, сэр. Надеюсь, мисс Дэвиот позаботился о вас. Это не клиент, старина. Он принес ожерелье мисс Дэвиот. Верно. Хорошенькая, правда? Да. Я как раз объясняла... Норману. Норману, как сделать 12 тысяч фунтов из одного. Прекрасно. Неплохо бы чаю, мисс Дэвиот. Сожалею, мистер Уивер, но нужен шиллинг для газового счетчика. Тогда не надо чаю, мисс Дэвиот. Ну что, рискнете? Ну, не знаю. А какой самый быстрый способ сделать этот... Как вы его назвали? Аккумулятор. Да. Ставьте на жокея. Так же, как ставить на лошадей? Да, ставьте на каждую лошадь, на которую он будет скакать. Кто же самый лучший жокей? Ну, Надежда Гудвуда, это Эдди Бриллиант. Бриллиант? Бриллиант. Да, на него я поставлю. Только это все, что у меня есть. Шиллинг, как раз для счетчика. Спасибо большое. Да не волнуйтесь, мы вам его вернем. Разумеется. Значит, нужен фунт на все заезды Эдди Бриллианта. Завтра только 2, старина. А нельзя, чтобы их было полдюжины? Это все его заезды за 3 дня скачек. Но они не все выиграют. Ничего, попробую на удачу. Кажется, вы сказали, что у вас больше нет фунта. Ну, к завтрашнему дню достану. Я бы на вашем месте подумала. Нет, нет, я уже решился. Попробую сыграть по-настоящему. Ну что ж, именно. Утречком принесу фунт. 19 шиллингов. 2 часа. Я клиент. Бедный Норман. Все равно, что отнять конфетку младенца. Пусть немного поразвлечется. Помните, болваны вроде него обеспечивают нас хлебом с маслом. Очень мило. Чаю, мисс Дэвид? Да, мистер Уивер. Норман, идите сюда. Я хотел кое о чем поговорить с вами. Присядьте. Спасибо. Понимаете, я хотел сказать... Наденьте это. Нет, мистер Стоунвей, не спорьте, надевайте. Послушайте, вот что я хотел сказать, мистер Стоунвей. Нельзя ли мне получить аванс? Что вы имеете в виду? Ну, всего лишь фунт до конца недели. И зачем он вам нужен? Ну, я хотел сделать ставку, то есть хотел сделать небольшой бизнес. А что вы сделали с зарплатой за прошлую неделю? Я отдал ее маме. Так вы отдали ее маме, вот как, да? Я... Вы всегда даете ей все деньги? Да, да. А потом она дает мне немного на проезд, понимаете? Приятно слышать, что молодой человек отдает деньги матушке. В самом деле, мистер Стоунвей, да, это согревает мое сердце. Правда, мистер Стоунвей? Да, разумная женщина, ваша матушка. Да, верно. Но ведь она не доверила бы вам целый фунт, не так ли? Ну, знаете ли, нет, целый, пожалуй, нет. И она права. Не доверю я. Сэр! Сэр! Помогите! Ваш фунт! У меня ваш фунт! Вот ваш фунт! У меня ваш фунт! Нет, не ваш! Да не ваш же!